Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами собрались на особенное такое вот мероприятие, служение, событие для того, чтобы стать свидетелями образования новой христианской семьи. As long as we're together, we'll make it through this. I knew that it was true from the very first time I kissed your lips. И при всей загруженности и суперзанятости важнее и ценнее, чем общение с Господом, нет ничего. И если ты на протяжении дня хочешь получить благословение от Бога на весь твой день, на все твои дела, то тогда найди время для самого главного. Это благословение получить от того, кто является источником этого благословения. Так как брат Андрей и сестра Татьяна сегодня перед нами, всеми перед Господом, вступили в святой брачный союз, о чем они свидетельствовали, то я, как служитель Господа, впервые объявляю их мужем и женой и предоставляю как новую семью Головин Андрей и Татьяна. Пусть Господь благословит вас, и теперь святым поцелуем вы можете приветствовать друг друга. Друзья, буквально от всего сердца пожелать вам счастья. И Господь вам сегодня, в начале вашего совместного пути, желает истинного, настоящего счастья.